Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ. Сегодня мы продолжаем разбирать шведскую ветку. И на этот раз довольно необычный аппарат, да в принципе у Швеции мало регулярных стандартных машин, ПВКВ-2 он же Пук КВ. Не знаю почему, но как так вот произносится проще. И этот аппарат находится на боевом рейтинге 3.3, ,3, ранге 3. По сути, аналог средних танков других наций, как вы знаете, 3.3, 3.7 это супер популярный боевой рейтинг. И самое главное, на нем находится огромное количество интересных аппаратов. Ну и ПВКВ, КВ должен стать чем-то занимательным, чем-то выделиться, чтобы как-то вписаться в концепцию 34-ок, неубиваемых Шерманов и, наоборот, хорошо убивающих всех панцеров F2. Ну и, например, того же Чину-2 как-то должен забороть. В общем, нужна фишка, и, поверьте, фишка у этого аппарата с непроизносимым на самом деле названием — очень даже ничего присутствует. Поэтому давайте приступим к рассмотрению данного аппарата, Пепелаца и начнем с его орудия. Здесь у нас установлена 75-миллиметровая пушка LFKAN M37A. И я вам скажу так, это 75-миллиметровое орудие. Уделывает многие другие орудия в этой игре, в принципе, вообще даже более крупного калибра. Она настроена сейчас таким образом, что для своего боевого рейтинга вы вряд ли что-то сможете найти лучше в плане пробития и заброневого. Это очень классное в 75-миллиметровых калибрах орудие, которое, наверное, на мой взгляд, по этим параметрам занимает первое место. Во-первых, когда вы откроете каморные боеприпасы, сначала придется покататься на сплошниках, Так вот, на камерных боеприпасах вы будете пробивать 162 мм брони в упор и 142 мм брони на 500 метрах. Ну, как бы с таким не стыдно воевать и с боевым рейтингом 5-7. Что уж говорить про бр 37 где мы очень часто обитаем, пробиваем всякие КВ-шки, 34-ки и прочие танки чуть ли не на вылет. А самое главное, внутри этого снаряда содержится 110 грамм взрывчатки. И вот эти карточные 110 грамм взрывчатки реально чувствуются. Урон у боеприпаса очень заметный, ваншоты регулярная тема. Также хотелось бы отметить, что длина ствола очень даже, и начальная скорость полета этого боеприпаса 940 метров в секунду, что для камерных боеприпасов и боевого рейтинга 3,3 это просто дикий показатель. Орудие имеет отличную баллистику и очень хороший зум, а это значит, что стрелять можно на дальней дистанции, никак не переживая на этот счет. Легко привыкнуть, а самое главное, все будет пробиваться и все будет легко уничтожаться. Так что ПВКВ-2 это, по сути, наверное, самая мощная пушка в игре на этом боевом рейтинге. Ну, по крайней мере, если брать ее в разрезе удобства и возможности использования. У этого всего есть только один, ну довольно существенный недостаток это время перезарядки, которое даже на экспертах составляет 10,9 секунды. Если мы возьмем 34 и прочую ересь, они перезаряжаются порядка 7-8 секунд или те же там панциры, а Шерманы и того быстрее. Наша перезарядка занимает две перезарядки Шерман, что, конечно, ни в какие ворота не лезет с точки зрения скорострельности. С другой стороны, опять же, это серьезно сглаживается просто возможностью ваншотить противников и пробивать их спокойно. Так что здесь, на мой взгляд, довольно в балансе все. Тем более, что в парадигму использования данного аппарата это укладывается, мы чуть позже об этом еще поговорим. Также хотелось бы отметить одну классную фишку, это вертикальные углы наведения, здесь они дичайшие, от минус 14 градусов, когда можно копать этим стволом землю, до 17 градусов наверх, что делает вполне возможным стрельбу с каких-то холмистых местностей и вполне себе позволяет делать на этом фраги, не подставляясь при этом. Скорость поворота башни 11 градусов в секунду. Раскачка присутствует, она довольно неудобная. Она бывает как мелкая и неудачная, когда какие-то резкие совершаются тычки в одну сторону, так, и она, в принципе, стандартно, регулярно большая и размашистая. Так что здесь привыкнуть будет сложно, стрелять с остановки тоже не самая хорошая затея. Если говорить про орудийные характеристики, то прям-таки очень даже напрашивается игра на средней и дальней дистанции. И в целом остальные характеристики данного аппарата нам об этом и заявляют. Если мы будем рассматривать бронирование, то мы не будем рассматривать бронирование, потому что сложно рассматривать то, чего у данного аппарата не существует. Броня есть только номинально в корпусе. Там у нас ВЛД 50 мм. Но кого можно удивить на этом боевом рейтинге такой толщиной брони? Нас пробивают в любом случае туда все. А вот плюс можно вынести такой из этого, что у нас, например, Рубка огромная. Скворешник тут, конечно, очень не кислый. 15 миллиметровая а борта ее так и вообще 10 миллиметровые А это значит, что снаряды банально не взводятся, когда нам стреляют в башню. И это позволяет нам куда более хорошо жить, чем если бы там было 30 миллиметров, например, брони. Борта же у нас передняя часть 20 мм, а задняя часть и корма 15 мм в корпусе. Так что в целом Половина этой машины пробивается на вылет, и это хорошо, потому что каморники довольно мощные у наших соперников, и можем из за этого серьезно пострадать. Но получается так, что у нас верхняя часть машины это как какой-нибудь VFW без халбрейка, а нижняя часть машины это просто средний танк, который хорошо защищен от пулеметного огня и от огня автопушек. Так что в целом довольно удачное получается сочетание. Если же говорить о рентгене, то у нас 5 членов экипажа, что много, и трое из них в башне, и двое в корпусе. Соответственно, получить ваншот — это дело не самое простое. Тут, конечно, вступает в силу то, что боеукладка расположена везде, и в корпусе, и в башне, и туда нас вполне могут заваншотить, но происходит это не всегда, ведь зачастую снаряды, как я и сказал, не взводятся. И так выходит, что один снаряд не бабахает, в который попадают. Так что, если нам стреляют в башню, то мы вполне можем справляться с двумя-тремя попаданиями. Ну, если повезет, конечно. В корпус же шансы выжить меньше, но и тут они хоть какие-то остаются. Однако я бы на вашем месте не сильно радовался такой же участи, поскольку, когда у вас остается меньше членов экипажа, то перезарядка становится абсолютно ненормальной, и играть на пук-кавешки становится довольно тяжело. Если мы говорим о подвижности данного аппарата, то здесь все на нормальном уровне 165 лошадиных сил на 12 тонн массы, порядка 14-15 лошадей на тонну, и этого в целом, на мой взгляд, достаточно. Передвигаемся мы с максимальной скоростью в 43 км в час, назад же отступаем со скоростью до 5 км в час, что не очень быстро. Если вдруг вы куда-то вылетите со спущенными штанами, поверьте, вам сунут огурец в промеж бульи. Так что по итогу получаем машину не совсем для ближнего боя. Этому не способствует ни раскачка, ни скорость поворота башни, непосредственное бронирование. И этому, опять же, не способствует возможность стрелять на дальней дистанции с большим комфортом, с куда большим комфортом, чем кто-либо еще на данном боевом рейтинге. И по факту получаем отличный танк для большинства карт, ведь перекопанных карт в игре много, и там мы чувствуем себя неплохо. В городских сражениях мы тоже чувствуем себя нормально, если вовремя замечаем противника, за счет мощного орудия, которое практически никогда не дает осечек. И, на мой взгляд, прокачать этот аппарат и получить свою дозу кайфа можно. Единственное, что выглядит он, конечно, очень странно, и этот огромный скворечник плюс база от какого-то недалекого танка будет для вас немножко странно, возможно, выглядеть. Но те, кто оценивают танки по внешнему виду, в рамках игры, наверное, не совсем правы. Поэтому, на мой взгляд, эта САУ заслуживает внимания. И вам бы я ее порекомендовал. А на этом я буду понемногу подходить к завершению данного видео. Буду крайне благодарен, если вы поддержите канал своими царскими лайками и подписками. Все это помогает банально продвигать мои видео среди ютубских других, поскольку это прямо влияет на статистические показатели канала. Так что не примените воспользоваться данной возможностью. Также не забывайте высказываться в комментариях по поводу данного аппарата, который рассмотрели сейчас. И, конечно же, предлагать свои темы для следующих видео. У шведов очень много интересных машин, и как-то я пока, наверное, буду их ковырять, есть чем заняться. Но, тем не менее, я открыт для других любых предложений, все в ваших руках. Пишите, будем рассмотреть, будем делать видео. Так что я ушел создавать для вас контент. Благодарю за то, что смотрите. Увидимся в следующих видео, друзья. Всем удачи и всем пока. Пока.